капает, бля. Капает, бля. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. И тайны, которые мы с вами встречаем каждый день, они начинают окутывать странными явлениями. В последнее время мы с вами много часто видим НЛО, но происходящее, которое происходит, как-то очень странно все это звучит. Вы сами видели в настоящее то, что НЛО может не просто телепортироваться, но еще уходить в пространственную какую-то путь. Такие множество явлений мы видели с вами в 13, 15, 17 и даже 18 году. Помните, тогда их сделали так, что это были типа ракеты Российской Федерации. Эти НЛО уходили в путешествие во время, то есть это петля времени, которую мы с вами видели очень часто. Уругвай, в Канаде, в Мексике, в США, в России, в Японии. Почему НЛО там начали исчезать? Конечно, вопросы очень тяжелые, но есть и много таких странных вопросов, которые, скорее всего, вы их не узнаете и не сможете их даже разгадать. О том, что я хочу вам сегодня рассказать и показать, вы должны понять множество странных случаев, что НЛО – это не только частица того, что нас ждет впереди, а именно того, что НЛО может изменить не только наше будущее, но и со временем все, что мы с вами видим и слышим. Я надеюсь, что это будет в нормальных руслах. Но давайте мы с вами разберем три удивительных видеосюжета, которые давно мечтали попасть, наверное, в топ самых интересных на моем канале. Сделайте три интересных действия. Это подписка, лайк и самое главное комментарий. Ну а так, дорогие друзья, что вас ждет, это самая интересная и самая интересная захватывающая история. То, что вы сейчас привыкли видеть, это необычный дрон, который подлетел к местному жителю. Конечно, это необычное было заснято в Китае. Удивительно то, что НЛО с ярким красным цветом и каким-то круглым, таким можно сказать, шаром, подлетел к этому местному жителю. Такое ощущение, как будто это глаз подлетел поздороваться с этим человеком. Но удивительно то, что сами НЛО не могут просто так подлетать. Понятно, что НЛО и люди – это две разных, можно сказать, схемы отношений. Кто-то думает, можно НЛО кинуть камнем, а НЛО думает, вдруг это что-то угроза или какое-то существо. Конечно, мы слышали и много видели, как останки людей были найдены в таких лесах, которые никто туда не ходит. Просто-напросто я не хочу об этом говорить, но НЛО есть НЛО. А вот второй видеосюжет, который был сделан еще в России. То, что вы сейчас наблюдаете, это очень старый ролик. Группа военных столкнулась с необычным явлением. Какой-то космический пришелец или робот был, можно сказать, заснят на камеру. Военные тогда ужаснулись, что из земли могло вылезти, а именно вылезло что-то наподобие опасного. Конечно, говорят, после этого отправили специальную группу вертолетчиков и уничтожили этого необычного робота. Его потом погрузили на специальную
самолет после того, что они нашли в нем, вы не поверите, сверхэнергия, которая до сих пор сейчас используют США. Эти утраты энергии попала, конечно, США из-за развал Советского Союза. Но что поделать, это мир, и изменить его нельзя. А это необычный формат появился не так давно. Очевидец заснял такую картину, когда поехал на кладбище и увидел какую-то необычную яркую вспышку. Эта яркая вспышка начала по всему периметру как будто молнии выдавать. Но, в общем, вы, наверное, все смотрели «Терминатор», как появлялось все это. То есть он подумал, что это, скорее всего, сейчас что-то случится, как у «Терминатора». Но на самом деле все еще хуже оказалось. После того, когда он снимал, его шарахнуло одной молнией, и он просто упал без сознания. Когда проснулся, его уже подняли другие люди, но, слава богу, никто у него не забрал камеру. Он посмотрел эти снимки и увидел ужасающий кадр, что оттуда какое-то необычное черное полотно ударило его током. Да, это бывает, но удивительно то, что мы с вами, дорогие друзья, сталкиваемся каждый день с угрозой номер один.